Это Game Pass. Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте, мои прекрасные, замечательные, самые лучшие подписчики, также гости канала, которые хотят стать такими же умными, образованными, интеллектуально развитыми, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокола и все дела. Сегодня я покажу вам игры, которые входят в подписку Game Pass. На конкретно у меня сейчас 11 февраля. Видос быстренько запишу для вас и выложу. Игры, которые входят в Game Pass, Gold и EA Play. Все покажу вам сейчас. Так. Вот вам картиночка, подготовил специально, смотрите. Все, что нам придет в этом месяце. Видите, Atomic Heart, который мы все конкретно и я тоже ждем сильно в этом месяце. Я буду проходить на своем канале. Все, заценили все. Это все, что придет к нам в этом месяце. Глянули изображение, убираем. И сейчас показываю просто, что уже пришло в этом месяце. На все игры я записываю видосы. Если вам впадло смотреть по языкам, по всему прочему, я все игры запускаю и показываю вам. Без спойлеров. Не читаю субтитры. Всякие прикольчики вам загоняю. Все, а теперь просто показываю все игрульки, которые входят в подписку Game Pass. Смотрите, пожалуйста. Также, ребята, девочки, кто хочет купить себе игры и подписки на Xbox, обязательно вот смотрите видос в подсказочке и первая ссылка в описании. Мы сделали для вас магазин с хорошими ценами, группа ВКонтакте Xbox Store Dreams. Пишите, пожалуйста, туда. Все вам сделаем красиво, быстро, в лучшем виде. По лучшим ценам, я думаю, даже. И также, кто хочет выиграть Metro Exodus бесплатно, получить его, я разыгрываю на своем канале. Также вот вам подсказочка, также посмотрите. Игр на любой вкус. Мне вчера пишет парень, спрашивает, сколько стоит Forza Horizon 5-4. Хотел себе купить, я ему говорю, лучше купи Game Pass. Там эти игры и так лежат, и не нужно их покупать отдельно. Так что всем советую Game Pass обязательно. У кого есть Xbox, покупайте Game Pass и можете даже не париться. Хватит вам даже игр одного Game Pass, я думаю. На любой вкус и цвет. Вот игры из Голда. Так, вот что сейчас к нам пришло из Голда в этом месяце, видите, да? Эти игры у меня записаны на канале, чуть что, смотрите. Ссылочки, в принципе, тоже могу в подсказке лупить сейчас на обе. И также смотрите игры EA Play. И предварительно скажу, кто не знает, на консоли ставим обязательно регион Турции или какой-нибудь другой, только не Россию. Потому что Madden вот этот 23-й... NFL, да, его не было в русском регионе. Я вот сейчас поменял консоль на Турцию. У меня не было игры. И также пробные версии игр в русском регионе их нету. Имейте в виду. Если кто не знает, в конце видео покажу, как поменять регион. А сейчас покажу игры все из EA Play. Все, показал вам все игры из EA Play. А теперь как поменять регион? Если кто не знает, мало ли. Зажимаем кнопку Xbox. Раз нажали. Переходим в профиль. И снизу есть настройки. Перешли в настройки. Здесь система, язык и местонахождение. И тут меняем регион Турцию. Ставим. У вас может быть будет Россия. Поставили Турция, нажали перезагрузить. Все. И ваша консоль перезагрузится, и будут игры, которые недоступны в России, появятся в Game Pass также. Все, всем спасибо за ваши просмотры, за ваше время, за ваши лайки, за вашу поддержку. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч на моем игровом канале. Всем пока-пока.